Так, мы взлетели, ей! Всем привет, с вами я, Крикюб, и сегодня мы будем играть в PTFS. Если что, это Pilot Training Flight Simulator в Роблоксе. Это один из самых лучших симуляторов полета в Роблоксе. И я, если честно, на него немного подсел. Я люблю авиацию, и я разбираюсь в самолетах. Давайте сейчас возьмем А320, потому что это один из таких небольших самолетов, на который пролетает на среднее расстояние. И давайте сядем в него. Итак, можем от первого лица поездить. Я не буду от первого лица. Я просто вот так вот от третьего лица. И нам надо следовать вот этим вот линиям, которые нам просто говорят, как нам надо двигаться к любой взлетно-посадочной полосе. И я немного криво поехал, но ладно. Если что, это дримлифтер, который является Boeing 747. Просто-напросто грузовая версия, которая более толстая, но все равно нам надо здесь немного завернуть. В конце видео я, конечно же, возьму какой-нибудь реактивный. Может быть, Boeing 747 мы возьмем, попробуем посадить. Ох, это будет тяжело. И почему я такой кривой? Ладно, я просто-напросто немного хайпанут. Окей, это немного странно, но ладно, давайте проигнорируем это. Просто-напросто пройдем сквозь, так как здесь нету коллизий. Я надеюсь. Окей, здесь нет коллизий. И мы просто-напросто проезжаем насквозь. Так, ладно. Мы прямо сейчас должны поехать вот сюда и сюда заехать. Поэтому давайте же сейчас это сделаем. Это очень-очень хороший симулятор. И я, возможно, даже сыграю в Flight Line. Напишите в комментариях, что вы считаете. И давайте сделаем маленький заворот. Ладно. Ладно, без разницы. Я немного поздно сделал свою реакцию. Ну ладно. Так. Теперь нам надо просто-напросто взлететь. Окей, нам надо держать центральную линию. Так, это у нас 36 left, поэтому мы взлетаем здесь. Так, разгоняемся и взлетаем. Так, давайте от третьего лица. Так, и давайте. Так, мы... И мы взлетели, ей! Так, ладно. Теперь я не знаю, куда мы, если честно, полетим. Можем полететь вот этот вот остров или вот этот. Так, я немного курсоров за вами мешаю. Но это просто-напросто мое управление. Здесь нет свободного управления, хотя есть. Вот, ой-ой-ой-ой. Что-то не так происходит. И от первого лица это выглядит так. Здесь есть Advanced мод. Если что, мы можем сделать просто-напросто спокойно бочку на Airbus A320. Да, серьезно, мы можем сделать ее. И это выглядит немного странно. И это просто-напросто не работает по законам физики. О, давайте сядем в Sunbird Филами. Если вдруг вы не знаете, то это немного странный аэропорт. Окей, ладно. Ну, он сделан точно не для таких больших самолетов. Ладно, давайте полетели туда. Так, мы можем полететь Изолярий, что ли? Окей, это какой-то пустынный остров, но нам сейчас нужен Sunbird Филами. О, если мы сядем, то это будет клево. И я не помню, какой там... Я не помню, как там устроены воздушные коридоры, поэтому... Да, ждите маленький там лапсик, как мы туда летим. Итак, вот мы приближаемся, и я уверен, что здесь летные коридоры устроены так, точнее, воздушные коридоры, но все равно, это просто-напросто как такая небольшая ачивка. Так, спускаем шасси, снижаем скорость, возможно, мы сможем сделать реверс траст во время полета. Давайте сделаем реверс траст во время полета, почему бы нет. И, о май гад, я немного не рассчитал все это так. Мы можем сделать реверс траст. Оп, мы падаем. Так. Мы очень-очень плохой залет сюда. Очень плохо мы залетаем, но я надеюсь, мы сможем сесть. Так. 100 фит. 100 фут? 100 футов? О май гад, 50. 40. Давай. И мы сели. Окей, это было немного жесткой посадкой, но все равно мы сели. Мы не разбились. Мы реально сели в Sunbird Филами. Очень крутая ачивка. Жесть. Нифига себе, так, ладно. Если что, у меня есть самые-самые мягкие посадки. Так. И... А я не уверен, кстати, как здесь устроен летный... Оп. Мы немного разогнались. Так. Тормоз... Немного плохо сделал. Ну ладно. Теперь мы это делаем. Мы делаем это. О май гад. Здесь очень плохо то, что приходится вот так вот делать них неплохо. О май гад. Я немного запоздал, но... Я сделал достаточно мягкую посадку. Я бы не сказал, что она слишком... Не знаю, мягкая. Я бы не сказал, что она топ-1, но все равно. Так, давайте сейчас... Давайте сейчас резетнусь.
И мы возьмем Boeing 747. И теперь мы сделаем этот взлет. Так, ладно. У нас, если что, Дельта, поэтому... А, я даже не знаю, если честно. Мне просто нравится их ливера. Окей. Я закрыл чат, но нас немного повело. Это ничего страшного. Теперь мы взлетаем на Boeing 747. Мы взлетели. О, это очень круто. О, тут ветер, кажись. Окей, сейчас мы сделаем просто-напросто баррер. Как Swiss 001. 150, 40, 30, 20, 10, 10, 100. Включите это на задний фон. 150, 40. Так, я надеюсь, эта музыка не под копирайтом. Ай, ладно, без разницы, я хочу ее использовать. Так, теперь нам надо сделать баррер. Просто-напросто баррер. Так, здесь у нас наш аэропорт, и я не думаю, что мы сможем это сделать, поэтому давайте включим реверс траст во время полета. Просто-напросто. Так, мы очень плохо залетаем, поэтому давайте сейчас мы сделаем эту посадку очень мягкой. Так, мы просто летим. 100, 150, 40, 30, 20, 10, 10. Так, если что, сейчас дует ветер, поэтому мне не очень удобно. Бро! Так. И все, мы остановились. Фух. Сейчас будет самая мягкая посадка, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Так. Если что, цель пилота это не сделать как можно более мягкую посадку, а как можно более безопасную. Любая посадка хороша, если ты вышел после нее живым. Поэтому, да, это тоже надо брать в расчет, но не в сегодня. Сегодня мы играем в Roblox в симулятор, и здесь мы просто-напросто тренируем свои скиллы. Так. Нам надо уже садиться и... Давай. Опа. Опа, это была неплохая посадка, я скажу. Я, если честно, удивлен очень сильно. Так, мы теперь замедляемся, и на этом мы заканчиваем видос. Большое всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Акиркьюб. Всем пока.